Всем привет! Записываем небольшой влог с подведением итогов 2023 года и с поздравлениями наступающим в 2024 году, который уже в ближайшее время наступит. Друзья, я хочу сказать, конечно, годик был непростым. Я помню, начался он у меня в Португалии. Вроде как поездка, вырвались из Бали, но при этом не все хорошо было в бизнесе. Выяснилось потом и в личных отношениях. И на самом деле начало года было достаточно стрессовое. Мне кажется, только в середине лета начались какие-то изменения, которые снова вогнали в некоторый кризис. И в том числе в сообществе мы наблюдали как бы процесс взросления команды, которая брала на себя больше ответственности, а я при этом все больше и больше занимался стартапом. Не знаю, как для вас, но для меня это был очередной непростой год, который принес значимые изменения в моей жизни. Мне кажется, через очередные проблемы со здоровьем, с бизнесом, в отношениях, я понял, что главный фокус имеет смысл держать о себе и немножко отстать от самого себя в плане достижений. Возможно, немножко снизить планку, амбиции, но при этом как бы остаться на высокой энергии с фокусом в первую очередь на других людей. И под конец года, мне кажется, я понял такую важную штуку, типа, что самое важное вообще в жизни. И на текущий момент мой ответ – это любовь. И там, где есть любовь, там есть и мой фокус. Не знаю, удастся ли в следующем году оставаться в тех рамках, которые я задаю для себя под конец года, но желаю вам тоже найти что-то важное для себя и не расставаться с этим не только в следующем году, но и до конца жизни. Всех поздравляю с наступающим 2024 годом. Желаю классно его провести, отдохнуть, повидать ваших близких, ну и настроиться на следующий год. Может быть, что-то планировать, провести стратегическую сессию с командой и оставаться в нашем сообществе или рядом. Отправляю вам лучи любви из теплого Бали, несмотря на елку, у нас тут, как обычно, 32. Спасибо большое, всем хорошего настроения.